Шквал аварий в водных коммуникациях города продолжается. Утром мы рассказывали о прорыве водопровода на потоке у сквера Химиков. 2 часа в водоканал поступило сообщение еще об одном прорыве на Змеиногорском тракте. Утренняя авария на Эмиле Алексеевой лишила холодной воды 3 многоквартирных дома и детский дом-интернат. Общественный транспорт вынужденно изменил маршрут в объезд места аварии. На момент подготовки этого материала к эфиру работы служб продолжались. И предположительно, они могут продолжаться до позднего вечера. Только тогда в домах снова появится вода.